А это очаровательная камера слежения для дома. Она безумно похожа на сову. Общается она посредством смены выражений лица. Например, когда заряд аккумулятора менее 10%, сова будет выглядеть сонной и усталой. А когда ты делаешь снимок, сова моргает или начинает щуриться, когда кто-то смотрит видео с нее. Ее глаза следуют за движениями в зоне охвата. Днем это может выглядеть очень милым, но страшным, когда ты ходишь в темноте. А так, по большому счету, это домашняя камера. За детишками смотреть или за питомцами.